Экскурсовод – проводник между сокровищницами культурных исторических фондов и гостями учреждения. Он способен погрузить в конкретную эпоху, привлечь внимание к деталям и открыть новые факты. Культуролог по образованию Анастасия Шацкая совмещает в себе роли историка, искусствоведа, педагога, актера, оратора и психолога. К тебе приходят люди. Ты должна улыбнуться, ты должна их настроить на хорошие отношения, на хорошее настроение, на понимание себя, понимание их. Важно даже где-то, может быть, спросить, как их зовут, были ли они в нашем музее, да, вот даже вы сюда пришли, вы представляете, что вот там, допустим, зал, где животный мир, там когда-то был кинотеатр «Москва». Многие посетители этого не знают, и мы должны им это рассказать, рассказать так, чтобы это было интересно, чтобы это было захватывающе. В детстве Анастасия мечтала стать военным хирургом, но судьба распорядилась иначе, о чем девушка не жалеет. Несколько лет она работала в художественной галерее, сейчас проводит экскурсии по залам городского музея. Здесь другая атмосфера, здесь очень интересные люди, интересный коллектив. Мы, как вестники, постоянно посылаем информацию нашим посетителям. И поэтому немного изменилось с точки зрения каких-то профессиональных навыков. Поменялось просто место, поменялось помещение, поменялись залы, экспонаты. Но те навыки, они продолжают совершенствоваться. Неспешный рабочий ритм сотрудника музея – большое заблуждение. Ежедневно приходится находить и обрабатывать массу информации, искать новые способы подачи. Каждая экскурсия требует подготовки. Один и тот же материал для разной аудитории – особенного подхода. К нам придут школьники. Значит, материал мы должны подавать без каких-то сложных предложений, да, без каких-то сложных терминов. Это должно быть доступно, понятно и, что самое главное, интересно. Диалог всегда должен идти. Придут у нас научные сотрудники, значит, им можно дать более сложный материал. Сотрудники музея проводят мастер-классы, активно разрабатывают мультимедийные проекты, чтобы побороться за гранты для развития учреждения. В мае городской музей представит посетителям экспозицию к 330-летию Сарова, где можно будет увидеть картины, фотографии, плакаты и предметы быта разных лет. Дарья Козина, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24.